Выборы 2019. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Светлана Александрова. 8 сентября в России единый день голосования. В Севастополе пройдут выборы депутатов в законодательное собрание города. И мы начинаем предвыборные дебаты. Наша телерадиокомпания предоставляет бесплатное эфирное время для кандидатов впервые сразу в 4 СМИ. Помимо проводного радио «Говорит Севастополь», дебаты проходят в прямом эфире радио «Севастополь-ФМ», эфире Севастопольского телевидения и телеканала «Севастополь-24». И дебаты среди представителей избирательных объединений и партий начинаются прямо сейчас. Напоминаю, работаем мы в прямом эфире. Согласно результатам жеребьевки, сегодня в студии должны были присутствовать представитель Севастопольского городского отделения политической партии Либерально-демократической партии России и представитель Севастопольского регионального отделения политической партии «Единая Россия». Однако ни один кандидат в студию не явился. А мы напоминаем, что в 10:45 дебаты продолжатся, но уже с кандидатами в депутаты по избирательным округам. Выборы 2019.